Так, стильненько. Здесь все то же самое, как и было на Токио автосалоне. Вот Ярисы у нас не попадают под санкции. И вот этот Corolla Gazza Racing тоже можно привезти. Охеренный кузов. Вот его я искал. Это Lexus LM от компании Tedemand. Посмотрите, какой стиль. А вот и продукция. Аэркапы, подвеска, рычаги, баллоны. Еще и вот весь ряд тоже Tedemand. Это Supra. Блять, ну Lexus это вообще разъеб. Crown Sport. Краун Суф на Минервах. Еще один Краун. Hellfire новый. Охереть, конечно. У них очень большой здесь стенд. Это все их машины. Вот босс Зоко. И мотоки тоже боссы. Не, ну это, конечно, дичь. Но вот это вот сразу видно. Мы в Осаке. Шибикова. Ой, какая крутая Century, смотрите. Ну, по классике, на Эмитсах. Вот Century очень идет Эмитсу. Work Эмитс называется. Вот они. Грачан. Босс Зоку. Вот Марк 71, Шаркнос. И вот такой вот выхлоп. Вот она, 81-я школа Люката. Смотрите, как они салон сделали. Даже карты брайтверные. Обшили маленький рыб, баранка. Очень хорош. 220-й. Стилевые такие. Вот она еще випуха. Президент. Очень стильный. Нифига тут сделали они. Весь из багажника, спойлер, литой. Вот очень жирнейшая контора, Phoenix Power. Они здесь базируются. Кансай. Прям силовики.
Хо-хо-хо-хо-хо. Вот такой вот Civic с наклейкой Playboy. Фотосессия идет. Ну вот сейчас, я думаю, любители Supra A80 поймут, что это за компания. Это Max Arido. Так, это у нас Wonder вроде. Да, Wonder. S15 Wonder. SX была на Tokyo автосалоне. Ноки Накамура, N-Style. Вон и кулаки, наклеечки, коллектора, мерч, рули. Ну, мерч весь. Вот сам босс. Чисто барахолка какая-то. А вот компания Jackman Produce. Фулс. Всякие ништяки. Чисто вот оно, VIP-движение все. Ну, что-то очень скромный стенд. Вот, он, вот так вот наш силовик, который херачит Паканджо. Это Юра и его Civic. Он совсем изменился, полный перекрас, новый стиль. Короче, я думаю, многие помнят, когда мы тут с Юрой гоняли Паканджо. Все его долго ждали, и вот он здесь. Вот он я.